Привет! Сегодня я буду рисовать мухомор. Этой осенью мне очень повезло. Мухоморы выросли прямо у нас на даче, и мне не нужно было бежать в лес со стульчиком, с бумагой, с пастелью. Все было прямо рядом с домом. Поэтому я сначала нарисовала вот этот рисунок, а потом решила поставить камеру и попробовать еще раз. Давайте посмотрим, что получится. Сейчас я делаю подобие предварительного рисунка, но особенно не стараюсь, потому что этот мелок я потом растушую полностью, границ будет не видно. А пока я это делаю, давайте я вам расскажу, почему я хотела порисовать мухоморы именно с натуры. В первую очередь, конечно же, потому что они мне просто нравятся. Они красные, красивые, у них эти милые белые точки. И вообще они как-то ассоциируются с детством, со сказкой и даже с Новым годом, потому что их часто вешают на елку. А нарисовать мухомор именно с натуры мне хотелось для того, чтобы разобраться, есть ли отличие между фотографиями и настоящим живым мухомором. И оказалось, есть. Об этом я расскажу чуть позже. Сейчас я создаю воздушную перспективу. Увожу задний план. Он менее яркий. Передний план, по моей задумке, более яркий. Ввожу зелень. Больше зелени на передний план и чуть меньше на задний. На мелок не стоит сильно давить для того, чтобы потом можно было хорошо все равномерно растушевать. Растушевывать следует тоже легкими движениями, не давя на бумагу. И тогда можно даже не на самой хорошей бумаге добиться равномерной растушевки. Кстати, здесь бумага палаццо. В ее состав входит хлопок. Мне она больше всего нравится. Остальная бумага палаццо без хлопка, честно говоря, не очень нравится. Я ее не очень люблю. После растушевки тон теряется, поэтому я его набираю еще раз и снова растушевываю. Бумага по тону похожа на иголки, которые рассыпаны вокруг мухоморов. Поэтому я взяла именно эту бумагу, для того, чтобы использовать это ее свойство, чтобы нарисовать все быстрее. Условно изображая иголки, к ним мы еще вернемся позже. И самая вкусная часть мухомора – это его шляпка. Тень у нас с левой стороны, поэтому она более холодная, а солнце у нас с правой стороны. Его будем рисовать более теплым, более ярким. Следует заметить, что состояние природы в данный момент – это закат. И вот теперь надо поговорить об отличии рисования с натуры и рисования с фотографией. Почему я так хотела именно с натуры нарисовать эти мухоморы? Так как мухоморы мне нравились всегда, вот реально с самого детства, я постоянно их фотографирую. У меня есть собака. Я каждый день бываю в лесу, и все время, пока растут мухоморы, я их фотографирую, у меня миллион фотографий мухоморов. И на всех них я замечаю, что, конечно, они искажаются, даже хорошим фотоаппаратом. Вот посмотрите на фотографию, которая у нас здесь есть. Какой яркий блик. На самом деле такого блика нет. Дело в том, что мухомор состоит из ярких красок. Это красный, это белый. Фотография, она как-то балансирует по-своему эти цвета. И появляются вот какие-то вымышленные моменты, типа этого блика. Его на самом деле нет. Он, конечно, присутствовал, но не настолько яркий. И он был такой желтоватый, кремоватый, но не белый никак. И точечки тоже в свете заката. Они были такие желтые, где-то даже чуть с розовинкой, где-то вот такие сиреневатые, но никак не белые везде повсеместно. В этом и есть
важное, важнейшее отличие рисования с натуры. Все-таки вы можете видеть больше, да, где-то там домысливаете, но у вас появляется какое-то видение, какой-то вот такой глазомер. Вот сейчас, видите, я делаю блик на мухоморе, я не брала белый мелок, да, я не брала синеватый мелок какой-то, я взяла именно желтый мелок такого интенсивного цвета, потому что вот так вот в закатном солнце он выглядел, этот блик. Можно было бы, конечно, рассмотреть как следует мухомор на улице, прийти домой и порисовать. Но я из тех людей, у которых в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Ну, как бы в данном случае в один глаз, видимо, влетает, из другого вылетает. Поэтому у меня так не получалось. Я хотела целенаправленно сходить именно на рисование мухоморов на природу. Ну, вот так как мне повезло, далеко идти не пришлось. Я рисовала прямо рядом с домом. Теперь же мне будет значительно проще сориентироваться в рисовании по фотографии, для того, чтобы рисунок был более убедительный. Помимо цветовосприятия, рисование на природе сильно развивает скорость, потому что погода меняется. Солнце ушло, прилетела туча, и все поменялось. Поэтому как-то непроизвольно начинаешь рисовать быстрее и, возможно, я надеюсь, думать масштабнее. Этот рисунок у меня занял около 50 минут. В записи я его, разумеется, ускорила, вырезала моменты, где я меняю мелки, вытираю руки. Хотя, конечно, я вот думаю, что может показаться, что я их не вытираю, но это вытертые руки. А еще были моменты, где я просто думала, как поступить. Кстати, солнце выходило и пряталось, и это тоже отразилось на моем рисунке, потому что то мне хотелось его поярче сделать, то наоборот более приглушенным, и приходится себя тормозить, контролировать, не забывать, что надо придерживаться уже какой-то выбранной концепции. Дошла очередь до точек, самого милого элемента мухомора. Здесь все просто, в холодной части, в теневой, они более синие, на солнечной части они более желтые. О, тут, вот видите, там наверху, это пришла моя собачка, она все время была рядом со мной. Мы уже приближаемся к концу, и там будет один момент, когда бы мне надо было остановиться. Это даже два момента, я их хорошо помню. Сейчас, смотрите, я взяла более яркий мелок, такой совсем синий, для того, чтобы в теневой части сделать эти точечки. Не забывайте, что точки находятся так, что они выпирают из мухомора, поэтому надо вот как бы для правдоподобности тоже их делать по контуру, не только внутри. А еще эти точки имеют разный размер и форму, и вообще неравномерно расположены на мухоморе. Когда мухоморы подросли, я уже потом наблюдала, они как будто растянулись, и я даже не знаю, как это сказать, но, в общем, очень-очень неравномерно точки. Было много пространств, которые были совсем без точек. Вот я подобралась опять к каким-то там иголкам, веточкам, и скоро как раз будет первый момент, когда мне надо было остановиться. Сейчас я делаю какие-то
веточки, листочки, рисую вот маленький такой кустик, я не знаю, как их правильно назвать, что это такое, ну вот маленькое растение справа от мухомора. Мне кажется, оно очень миленькое. Я рада, что оно там выросло, что мне не пришлось его придумывать. Хотя, рисуя с натуры, я часто вру. Но вообще все художники часто врут. Врут, как им удобно, я бы даже так сказала. Передвигают, перемещают, удаляют. Это запросто. О, а этот мелок, это мелок шминки. У меня их всего штучек 10, а остальные мелки у меня синелье французские. Ну, шминки такие пожирнее, помягче. А вот, кстати, обратите внимание, так можно проверить, насколько хорошо идет работа. Перевернуть рисунок и посмотреть на него вверх ногами. Ну, вообще, я про этот способ слышала, но никогда им не пользовалась. Я пользуюсь другим. А, есть какие еще варианты? Можно еще подойти со своим рисунком к зеркалу и посмотреть в зеркало. Ну и последний вариант – это сфотографировать и посмотреть на фотографию. Я пользуюсь последним. Я фотографирую и смотрю. И действительно, так как-то смотришь по-другому. Наверное, какими-то другими глазами. Когда долго рисуешь, пытаешься нарисовать большой рисунок за один раз, то глаз замыливается. Особенно если не делаешь перерывы, не уходишь никуда, то вот можно, да, воспользоваться любым из вышеперечисленных способов. А лучший способ – это не торопиться и посмотреть на рисунок на следующий день. А еще лучше через день или через два. В больших рисунках я так и поступаю. Если я беру портрет на заказ, то я никогда не беру короткий срок, минимум 5 дней, потому что мне надо посмотреть потом еще другими глазами. По тени от моей руки вы можете представить, насколько ярким было закатное солнце. Благодаря ему, конечно же, появились такие приятные моменты, которые я сейчас и обозначаю. Иголки стали еще ярче, трава начала просвечиваться, и в целом картина приобрела большую яркость. Но вот этот момент, который бы я сейчас хотела бы не делать. Я, видимо, увидела там что-то, какие-то краски еще, и вот серым мелком что-то обозначила. Конечно, ничего нет непоправимого, это ничего страшного, но мне кажется, можно было без этого обойтись и закончить работу вот на том самом моменте. Ну, появились яркие тени от травы. Вот я ее обозначаю, эту тень, синим мелком. Кстати, его нет на моей вот этой вот вспомогательной палитре. Ну, это, видимо, я уже не задумываясь схватила его и сделала такую тень. А вот это очень важный момент, кстати. Вот нельзя было заканчивать рисунок на том этапе. Вот эти пупырышки, белые точки, которые есть у всех мухоморов, они выпуклые, и они имеют тень. Вот этим карандашиком, не карандашиком, а мелочком, таким темно-коричневым, он на самом деле кажется, что он черный. Сейчас вот я когда смотрю на фотографию, но он очень темно такой коричневый, холодно-коричневый. Вот этим мелочком я поставила тени, обозначила. Ну а сейчас какие-то яркие места. Это желтый мелок и усиливаю. А вот это вот такой розовый, он образовался где-то в районе полутени. У меня сейчас появилось ощущение, что слово «яркий» — это самое часто употребляемое слово в этом ролике. Пытаюсь вспомнить, какие могут быть еще аналоги. Сочный. Кстати, пожалуйста, поставьте лайк и еще лучше напишите комментарий. Ну или дизлайк, если не понравилось. Ну вот, а уже плохой комментарий можно не писать.
я расстроюсь, я буду переживать. Хороший, пишите хороший, я старалась. Здесь начинается вторая часть того, что можно было не делать. В закатном солнце блик стал более выражен, и он стал более желтым, у него появился конкретный цвет, и я решила это изобразить. Дальше пришлось, соответственно, увеличить яркость бочка самого красного и собственные тени мухомора. На этом практически все. Остается только смягчить переходы между цветами, сделать их не такими яркими, добавить точки, которые я стерла в процессе моих улучшений тени им, и тень от травинки. В конце вас ожидает готовая работа, что получилось, когда я наконец-то прекратила улучшать свой рисунок и остановилась, а также видео с мухомором. Я сняла его специально для того, чтобы можно было посмотреть, насколько разница по краскам будет между тем, что мы видим на видео, то, что передает камера, и тем, что художник видит своими глазами. Да, разумеется, я не задавалась целью снять профессионально. Я уверена, что кто увлекается фото- и видеосъемкой, они снимут значительно лучше. Но даже порядок красок при обычной съемке, он совсем другой. Поэтому вывод такой: если уж мы и пользуемся фотореференсами для своей работы, то их надо выбирать очень тщательно. Это должны быть хорошие референсы от профессиональных художников или студий. Спасибо всем, кто дожил со мной до конца в этом ролике, кто прошел это все. Я надеюсь, вам было интересно или даже познавательно где-то. Пожалуйста, напишите мне, интересно, нужно так делать, не нужно, или вернуться, как это было раньше, и не болтать, а просто включить музыку и рисовать молча. Это было бы даже для меня легче, но мне почему-то кажется, что это не очень интересно. По крайней мере, я перестала смотреть. Ну, точнее, я не перестала смотреть, я просто смотрю с меньшим удовольствием ролики без болтовни. Что хотелось бы обсудить, что хотелось бы увидеть, напишите, пожалуйста, потому что я могу, возможно, заинтересоваться и снять конкретно по вашим заявкам какой-то ролик. Буду рада. Все, всем спасибо, всем пока.